В Москве уже включили фонтаны. Сегодня мы находимся на Пушкинской площади. Здесь расположен один из самых популярных фонтанов в российской столице. Он состоит из трех частей. Видите, посередине ваза большая, красивая. А вот третья часть Пушкинского фонтана. Фонтан находится как раз в очень интересном месте. Сзади расположен кинотеатр «Россия», в котором сегодня находится Московский театр мюзикла. А здесь проходит служба как раз прямо у подножия фонтана. Дело в том, что здесь когда-то стоял старостной женский монастырь. И вот видите, проходит служба. В 1937 году он был разрушен. Фонтаны зимой выключаются в Москве. И здесь специально все убирается. Некоторые фонтаны даже накрываются. Очень, конечно, интересно смотреть на работу фонтана. Буквально в двух шагах от фонтана находится знаковое место, памятник Пушкина. На памятнике написано: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий вне язык, и гордый внук славян и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык». Знаменитые строчки. Это место, где многие назначают свидания. На лавочках люди сидят или просто ждут. Сейчас переходим по подземному переходу через улицу Тверская на другую сторону. Тверской, центральной улицы Москвы. Пешеходный переход очень длинный, потому что улица невероятно широкая. Тверская. Центральная улица Москвы. И вот мы выходим уже на Большую Бронную. Тверской бульвар с другой стороны. Кстати, когда-то памятник Пушкина стоял с этой стороны улицы в Тверской. Но его оттуда вот передвинули сюда. А здесь привлекает наше внимание другой фонтан. На Тверском бульваре очень приятно посидеть, отдохнуть. И вот можно полюбоваться таким необычным фонтаном. Много струй, которые образуют необычную комбинацию. Это мы на Тверском бульваре видим, можем увидеть красивый фонтан. Сегодня пасмурно, поэтому на фоне неба все такое загадочное, как будто инопланетное ННЛО, как будто инопланетный объект. Между тем наше путешествие по центру Москвы продолжается. Выходим на Большую улицу, а именно на Большую Бронную. Вот здесь Макдональд когда-то был, сейчас закрылся. Тем не менее, кафе рядом много, пожалуйста, можно пойти. И вот сейчас направляемся к другому фонтану. На Большой Бронной немало таких интересных зданий. Посмотрите, одноэтажное здание. И это в самом центре Москвы. Совсем рядом еще здание старинное, двухэтажное. Видите? Это театр имени Пушкина. Или просто Пушкинский театр. Служебный вход. Театр Пушкина. Почему мы упомянули Пушкина? Потому что следующий театр, фонтан, как раз связан с Александром Сергеевичем. Кстати, можно подзарядиться. Видите, электрическая зарядка.
электромобиль. Романовская Оксана, некая написана, заряжает машину на большой бронной. Кстати, в Москве растут пальмы. Вот. В катках, правда. Итак, продолжаем наш рассказ. Фонтан, связанный с Александром Сергеевичем Пушкиным. Можно прочитать: фонтан Ротонда Наталья и Александр открыт правительством Москвы 6 июня 1999 года в честь 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, тут же написано, что 1 марта 1931 года в храме Большое Вознесение в Москве состоялось венчание Пушкина и Гончаровой Натальи. А храм находится как раз позади фонтана Ротонды. Чтобы увидеть храм, нужно немножко пройти вперед по улице Малая Никитская. Вот уже храм виднеется. Напротив дом знаменитый, в котором жил Максим Горький. Туристы. В этом храме венчался Пушкин и Наталья Гончарова. Большой комплекс. Много туристов. Сейчас в Москве уже немножко оживает народ. Вот-вот начнется летний туристический сезон. А мы возвращаемся к фонтану Ротонде Александра Сергеевича Пушкина и Гончарова. Гончаровой. В центре можно увидеть фигуру великого русского поэта и его молодой супруги. А здесь чистая вода, можно попить, что я сейчас и сделаю. С другой стороны тоже чистая вода льется, представляете? Что очень хорошо в центре Москвы, особенно когда жарко летом, можно попить воду. С другой стороны тоже можно воду попить. И здесь тоже. Многие даже об этом не знают, когда проходят мимо и покупают, тратятся на воду. Кстати, там агентство ТАСС, территориальное агентство Советского Союза. А вот там театр у Никитских ворот. В общем, очень интересное действительно место. Недаром Москву называют музеем под открытым городом. Много достопримечательностей. Так что приезжайте и любуйтесь. Всем привет из Москвы. До свидания.